Олег Митраков, можете ли через Facebook, через личные сообщения связаться с Михаилом Саакашвили? И как старый знакомый поговорить, спросить его о его позиции по Украине, по Зеленскому, по политике Путина, по России, или считаете неудобным для вас? Говорят, что он отвечает даже незнакомым на сообщения, которые ему присылают. Ну, Олег, Михаил Николаевич дает интервью, много интервью по ситуации в Украине. Я думаю, его обижает, конечно, ситуация, что Владимир Зеленский не использует его потенциал. Много он сделал бы радикальнее, быстрее. Но, может быть, и правильно, я не знаю, я не хочу вмешиваться в этот процесс. Это ответственность Владимира Зеленского. Через некоторое время мы посмотрим результат. Может быть, он прав окажется, его группа ищет такой оптимальный путь, не конфронтационный, как я понимаю. А Михаил Саакашвили все-таки это был бы, ну, в какой-то степени конфронтационный путь. Вот. Я думаю, ему нравится то, что происходит. Ему не нравится то, что враги Владимира Зеленского продолжают существовать, продолжают гадить, пакостить. И Владимир Зеленский, видимо, основываясь на своем рейтинге высоком, считает это не опасным явлением. Это опасное явление. Опытный политик знает, что маленькие росточки протеста, провокаторов, оппозиционеров, так сказать, реставраторов, они могут превратиться в огромные проблемы. Я думаю, ему не хватает этой экспертизы, а она была бы лучше, честнее, если бы там присутствовал Михаил Саакашвили. Но Владимир Зеленский, у него в руках руль, он принимает решения и несет за них ответственность. Пусть принимает решения, пусть несет ответственность. Давайте позволять ему действовать. А Михаил Саакашвили дает интервью, комментарии. Я постоянно слышу, читаю. Чуть больше внимания он уделяет сейчас Грузии, потому что там начался какой-то переходной процесс. Может быть, это правильно.